задачки, похожие в каком-то смысле. В одной из них надо будет рассмотреть наибольший элемент, а другой как раз наименее. А задачки такие. Если все биссектрисы треугольника меньше либо равна единице, длина каждой биссектрисы меньше либо равна единице, тогда площадь меньше либо равна, чем единица на площади. Ну, а потом я хочу решить похожую задачу, когда биссектрисы все больше либо равна единице, тогда площадь больше либо равна, чем единица на площади. Ну, кстати, тут вот это только с биссектрисами получается такое. Потому что, например, высоты могут быть очень маленькие, а площадь очень большая. Наоборот, медианы могут быть очень большие, а площадь очень маленькая. Но вот с биссектрисами такого не бывает. Не бывает, что биссектрисы были маленькие, а площадь большая, и наоборот, чтобы они все были большие, а площадь была маленькая. Но задачи, конечно, совершенно разные, и они решаются довольно-таки по-разному. В этой задаче мы рассматриваем наименьший угол. Наименьший угол не больше 60 градусов. Проводим биссектрису. Половинка угла. 2 альфа. Меньше либо равно 60 градусов, значит угол меньше либо равно 30 градусов. Половинка угла у нас меньше либо равно 30 градусов. Вот давайте я рассмотрю вот такую ситуацию. У нас есть две стороны, АВ и АС, и я буду считать, что АВ меньше либо равно 30. Но это поменял обозначение, можно так получить. Ну, давайте теперь проведем букву B. Давайте проведем через точку D перпендикуляр биссектрисе. Давайте посмотрим на АВ. Если у нас ну вот эта вот точка B', да? У нас АВ' это, ну, катет АД, это гипотенуза АВ' умноженная на косинус А. Поэтому АВ' это АД делить на косинус А. И если мы выбрали АВ меньше, чем АС, то у нас АВ меньше либо равно, чем АВ'. И у нас угол меньше либо равно 30 градусов, а косинус у нас убывает, поэтому единица на косинус возрастает, то есть это меньше либо равно, чем АВ на косинус 30 градусов. АД у нас биссектриса, она не превосходит единицы. То есть это меньше либо равно, чем 2 делить на корень из 3. 2 делить на корень из 3 это единица на косинус 30 градусов. А АД это биссектриса по условию АД меньше либо равно единице. И вот теперь уже можно доказать, что площадь не превосходит единицы на корень из 3, потому что площадь у нас равна 1/2. АВ умножить на высоту.
это у нас меньше либо чем 1 вторая умножить на 2 корень из 3, это мы доказали. А h меньше либо равно 1. Почему? Мы знаем, что все бисектрисы меньше 1, следует ли отсюда, что все высоты меньше 1? Ну вот бисектриса, а вот высота. Высота самая короткая. Если мы знаем, что бисектриса меньше 1, то все высоты тоже меньше 1. Ну и вот мы получили то, что нужно. Площадь меньше либо равно, чем 1 на корень из 3. А давайте теперь решим задачу, когда все наоборот, когда все бисектрисы у нас большие. А теперь мы выберем, наоборот самую большую. Картинкой мы будем по-другому обращаться. Вот в таком предположении, когда АВ больше либо равно АС, из этого следует, что ВД больше либо равно, чем СД. Это теорема о бисектрисе. Вот СД относится к ВД, так же как АС АВ. Но если АВ больше, чем АС, то этот отрезок тоже больше, чем этот. Теперь вот посмотрим на два таких маленьких треугольника. На их площади. А площади такие у нас. 1/2 умножить на b1d умножить на bd умножить на синус, ну вот угол, вот этот уголочек фильма, обозначим его. А вторая площадь, это 1/2 c1d умножить на cd умножить на синус две стороны и угол между ними. Теперь смотрим, что тут у нас получается. Но синусы одинаковые. Отрезки c1d и b1d тоже одинаковые. У нас это равнобедренный треугольник. То есть вот эти вот тоже одинаковые. А кроме того, у нас есть такое неравенство. То есть площадь это вот эта вот площадь больше. Что это означает, что это площадь? Что вот площадь вот этого маленького треугольника больше, чем вот это. Это значит, что площадь треугольника ABC, вот этого треугольника, она больше либо равна, чем площадь треугольника ABC.
Ну, потому что если вот у нас есть вот этот треугольный H, HB'C', мы отрезаем треугольник маленькой площади и представляем треугольник большой площади, чтобы получить вот этот треугольник. Ну вот, собственно говоря, уже теперь и все решение, потому что то есть нам осталось доказать, что площадь треугольника AB'C', что равна единице на корень из трех. А какая у нас тут ситуация? У нас тут есть, вот скажем, это единичка, 30 градусов. Если мы приведем правильный треугольник, то вот его площадь будет равна единице на корень из трех. А у нас высота биссектриса больше либо равна и угол тоже больше либо равен. То есть у нас площадь вот этого треугольника, она больше, чем единицы на корень из трех. Каждой из этих задач нам помогло, очень сильно помогло разобраться то, что мы выбрали, правильно выбрали наибольший или наименьший угол.